встречи с Гамилатом у пирамиды. Не могу поверить, эту пирамиду разбирают. Что происходит? Они сожирают. Ханчжеру, Юхайенчжен! Хорошо. До встречи. Хай позишн гере. Гамилат, вот ты где. О боги, людям нужны герои и подвиги, иначе жить незачем. Тахмас суров, кто-то из моих людей погибнет за победу.
нужно пробраться в пирамиду. Без звездных осколков воля Набатеи и Египта будет раздавлена. Тахмас суров. Кто-то из моих людей погибнет. О боги, людям нужны Баек, наш герой. Ты вовремя. Мы убьем Тахмаса, каменщика Руфио. Он в ответе за грабеж. Да. Храм уничтожат, и пирамиду тоже. Тахмасу плевать на Египет. Он заставил Набатеев делать грязную работу для Руфио. Бездушный века. Он и Амона продал бы в рабство римлянам. Людям нужны памятники и святые места. Не станет их, и дух народа будет сломлен. Если мы убьем Тахмаса быстро, сохраним их. Убьем Тахмаса. Он далеко от лагеря. Самое время напасть. Убьем его. Убьем его и станем легендами. Я буду сражаться рядом с тобой. Тихо. Не отвлекайся. Римляне у пирамиды. Неверные твари. Баек, надо спешить. Времени мало. Его нет! На! Камелат! Я в порядке. Здесь потайной коридор. Чудесно, да, Байк? Здесь, наверное, похоронен фараон. Сокровенный чертог наших предков. Великолепно, правда? Ищи сокровища, все пойдет в дело. Нам нужно добраться до Птахмоса. На остальное нет времени.
чем дело? Что они тут мастерили? Надо как-то пробираться. А эта пирамида? Неудачная затея Тахарки, посвященная Аменосу. По легенде, священный камень пал с небес. Тахарка искал его осколки. По слухам, они спрятаны в этой пирамиде. Как бы я хотел их найти... Байк, я так не могу! Помоги мне залезть повыше! Стоя на платформе. Я поищу механизм. Я на месте! Почти все. Байк, я у выхода. Спасибо, великий незримый. Повсюду. Моего отца убила змея. Пойдем, мой брат. Змеи напоминают мне Апопа. Я уже дрался с Апопом. Мусор на дороге. Не беда. Так Тахма служит Риму? Да, думаю, он и на Клеопатру работает. Руфио – генерал Марка Антония. Так что все служат этой бешеной парочке. Ах, проклятая гробница. Как же мне карабкаться? Ох, опять. Так Тахма служит Риму? Да. Стой на платформе. Я подниму ее.
кажется, нашел осколки звезд. Что ты нашел? Свиток. Нек! Я искал другие цветы. Давай убираться! Это еще не конец. Еще один бой и свобода. Нужно быть осторожным. Стой! Умри! Свиток забирай. Мне он не нужен. А ты, может, что-то узнаешь. Я натравлю моих повстанцев на Птахмоса. Могут погибнуть невинные люди. Я пойду один. Как хочешь. Обрушься на него, подобно грому. Загадочные строки. Надо исследовать храм Тота.